Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И в сегодняшнем видео я вам хочу показать свой заказ сайта NewChic. Заказала там такие вещи для дома и для спорта. В общем, такие достаточно интересные вещи. Так что я вам сейчас покажу обязательно с примеркой. И все ссылки я вам оставлю внизу в инфобоксе. Обязательно переходите, смотрите. Он Джуська моя пришла, мне будет помогать. Вот, и также оставлю вам промокод со скидкой на товары, которые не находятся в категории распродаж. То есть в любом случае достаточно выгодно там покупать, и вещи мне нравятся. Итак, давайте я начну вот с такого платья. На самом деле лето уже закончилось давно, да, но я когда увидела это платье, я не смогла, честно сказать, устоять. И оно мне очень понравилось, оно было там, по-моему, еще какого-то цвета, но вот я захотела именно черного, не знаю почему. Очень классное платье, но, знаете, вот на следующий год я его с огромнейшим удовольствием буду носить. Или, может быть, мы куда-нибудь поедем на морешко, мне кажется, это вообще идеальное платье, одеть вечером на ужин. Но пока мы никуда не едем, поэтому будет просто висеть в шкафу пока что. Значит, оно идет вот на таких тоненьких бретелечках. Бретельки вот эти вот регулируются вот здесь вот. И вот эти вот пуговки – это обманки. Это просто нашито. Значит, здесь выточки, и застегивается оно вот здесь вот молнией сбоку. Идет еще у него вот такой пояс, и оно к низу идет вот такой вот. Спереди как бы получается более укороченное, сзади подлиннее. Очень хорошо сделаны все швы, все очень, ну, на мой взгляд, классно сделано. Здесь вот такой вот разрезик, но вот, это не расстегивается, это просто такие пуговки. Очень прикольное платье, классно, на мой взгляд, смотрится, с поясочком, без, можно, например, какую-то сюда там кофточку, не знаю, джинсовую куртку поверх накинуть, там что-то такое, и вообще, ну, платье мне очень понравилось, девочки, я заказала, потому что очень понравилось, и то, как сидит, и, в общем, супер. Так, и вот это вот платье, надо мне будет подтянуть бретельки, но это я уже на следующий год тут разберусь с верхней частью, не знаю пока, с чем буду носить. Два бандита тут у меня окружают. Вот. Вот такой получается небольшой совсем разрез. Оно вот такое, видите, внизу валаны. Да, Леофанчик? Котик. Уже совсем осмелел. Уже видите, какой. Да, кто там? Вот. И оно, ну, черное не видно на самом деле на камеру. Оно вот здесь вот облегает. И отсюда идет уже более такое вот... Все больше и больше, и к низу такое более расклешенное. Мне кажется, на морешке, на вечер отличное платье. Что-то сюда сверху накинул и пошел. Но какие-то надо или босоножки, или какие-то такие шлепки. Не знаю, я же летнюю обувь брала, и не знаю, у меня даже, наверное, нет ничего такого. Но мне просто понравилось платье за счет вот этого низа. Мне очень нравится. И сверху оно... Да, мне надо лямочки немножко подтянуть. Так побольше, чтобы было... Вот такое вот красивое платье, очень классно. По ощущениям, вот ткань, как такая хлопковая, тонкая хлопковая ткань. Очень красивое платье. Кстати, это платье понравилось моему мужу. Очень понравилось. Так что прикольно. Вот, но вот это платьишко вообще супер. Классно. Видите, оно сзади немножко такое подлиннее, спереди покороче. Мне кажется, на морешке вообще супер, да? Вечерний такой. Наряд. Надо только поехать на это море, а то я к нему готовлюсь, но так никуда и не поехали пока. Следующее, что я заказала, это вот такая вот накидка. У меня как-то давно была подобная вещь, и мне очень нравилась. Особенно, знаете, когда вечером приезжаешь откуда-то, да, и уже не хочется, ну, одеваться, хочется не халат, а что-то такое. То есть это вообще пляжная накидка, но я ее буду носить как домашнюю накидку. Она идет без пояса, и она вот здесь вот идет просто, то есть не прошита вот здесь вот. Ну, можно прошить, например, да, но я этого делать не буду. Я просто хочу сюда потом какой-нибудь поясочек подобрать и вот как бы вот, вот так вот делать, да. То есть это как такое домашнее платье а-ля халат, а-ля накидка. Вот я обожаю дома такие вещи. Не знаю, вечером там как-то, ну, в общем, люблю такие вещи и планирую носить это дома. Мне кажется, ну, такая расцветка очень симпатичная. Кстати, я очень люблю вот такую вот расцветку. То есть вот такие вот
как это, вензеля, да, или как вот называется, не знаю, мне напоминает что-то такое восточное, так как я еще увлеклась сейчас восточными ароматами, то вот это вот вообще для меня вот, ну, прям прикольная вещь. Вот, сейчас тоже примерю. То есть здесь просто идет ворот, видите, у меня размер M, но я выбирала по размерной сетке, на самом деле, мне кажется, она такая безразмерная вещь. И здесь вот просто швы простроченные, вот, но мне очень понравилось, классно смотрится, классно пошито. И материал такой, это не синтетика, знаете, чем-то напоминает что-то среднее между хлопком и вискозой, то есть тоненькая, как тоненькая вискоза, я бы даже сказала, хотя... Может быть, это и хлопок такой. Ну, в общем, материал тоже очень прикольный, но это здесь явно, может быть, и есть синтетика в составе, но явно, ну, не знаю, может быть, ее совсем чуть-чуть. То есть в нем не жарко и не холодно. То есть такая вот прям накидочка очень классная. Так, вот эта накидка. Смотрите, как она классно сидит. И ткань такая очень струящаяся. Я бы ее так, наверное, назвала. Не знаю, как по-другому можно назвать. Вот такой она длины. И вот, смотрите, видите, здесь такой спереди идет как бы защип. Да, вот здесь вот. То есть здесь просто как бы застрочено немножечко, чтобы было, я так понимаю, как бы по фигурке так сидело. То есть здесь раскрывается. Вот, и можно, например, вот сюда пояс, и у вас получится как такое уже платье, да, такое некое пляжное, вот, или вот такая вот накидка. Но мне нравится именно вот как накидка, то есть я, наверное, вот даже пояс не буду, вот, классная вещица, как такое, ну, не знаю, мне, в общем, очень нравится, безумно, приехать там откуда-то, например, вечером или там с работы прийти вечером, да, и накинуть на себя что-то такое, с теми же шортами какими-то, вот, и отлично, ну, мне нравится, очень классная вещица такая прям, вот, и расцветка прикольная, мне тоже очень нравится, вообще люблю такие вещи, вот, всякие накидки, всякие рукава такие длинные, знаете, вот это вот все мне очень-очень нравится. И следующее я заказала обувь. Во-первых, вот такие вот тапочки заказала для занятий спортом. Девочки, очень мне понравилась вот эта обувь. В одном из предыдущих заказов, помните, я вам показывала вот такие вот тапчули, которые я носила летом. Я ходила гулять с девчонками своими хвостатыми. Это мега удобная обувь. Просто, во-первых, она достаточно легкая, очень хорошо гнется, и их я постирала в стиральной машинке. И посмотрите, ничего с ними не случилось. Здесь идет просто вот такая вот как бы липучка вот сюда для прогулок с детьми, с собаками, я не знаю, вот просто какие-то дальние, скажем так, прогулки. Это вот у меня после стирки немножечко помялось. Вот, я их просто уже убираю, да, так как уже холодно, я уже такую обувь не ношу. Это вообще идеальная обувь, девочки. Вот просто, не знаю, мне столько понравилось. Она мягкая, удобная, комфортная, ничего не натирает. Вот все прям продумано, знаете, как спортивная обувь. Я заказала вот такой вариант себе. Но я сейчас хочу, ну, как бы спортом заниматься вот в этой обуви, потому что она, во-первых, здесь дышащая. То есть, видите, вся идет в дырочку. Клей нигде не торчит. Вот такая вот идет подошва. И здесь вот такая вот идет стелечка. Вот эта стелька очень, знаете, напоминает типа медицинских таких стелек, да, чтобы ножка не потела и тому подобное. Стельки вот эти очень классные. Здесь точно такая же, и она не проваливается туда. Вот, они хорошо тоже гнутся, очень удобные, комфортные, ничего, вот, знаете, как носочек с подошвы. Вот эту обувь я советую всем. Я тоже примерю, покажу, как смотрится на ногах. Но вот просто всем советую, причем она вот здесь вот, вот эта вот часть, она тянется, то есть здесь вот как резиночка такая сделана. Мне кажется, на любую полноту, ну, на мой взгляд, на любую полноту подойдет и вообще очень комфортно. Джуська снова ко мне пришла, вот. Так что обувь вот эту советую, вот эту тоже классная. И вот как смотрятся вот эти вот тапочки, кроссовочки, да, смотрите, какие прикольные вообще. Мне они размер в размер, они очень удобные, очень, я не знаю, комфортные, вот как те черные, один в один, только вот такие вот розовенькие. И на самом деле летом тоже для прогулок отличная обувь. Я, наверное, к следующему лету себе еще что-то такое закажу, потому что одел шорты, я не знаю, спортивный костюм, да все что угодно, те же шорты. И пошел гулять и по песку, и по всему остальному, в общем... Классная обувь, вот эта вот мне очень нравится. Классно сидит, ничего не натирает, реально как будто носочки на такой платформочке. Вот,
прикольные. Ну и такая пыльная роза, он больше как такой телесного цвета, да. Вот такие вот классные они. Мне очень нравятся, прям очень-очень, девочки. Всем советую вот эту обувь. И последнее в моем заказе — это вот такие вот тапочки. Вообще это пляжная обувь, но я ее буду носить, эти тапочки, дома. Мне очень понравилось вот этот вот горошек. Вот у меня, ну, я и теплые тапки, сейчас у нас, в принципе, отопление включено, есть теплый пол, я и теплые тапки ношу, и такие тапки ношу. В общем, я люблю тапочки домашние всякие. А вообще это пляжная обувь, и она тоже такая достаточно мягенькая, видите, сминается хорошо. Вот, и... здесь как бы такая, ну это не пластик, то есть они очень легкие, такая как пенопласт. И здесь вот сделано вот таким вот образом. То есть видите, такой синенький горошек, ну прям красота, все как я люблю. Значит, по поводу обуви пару слов. Как я выбираю обувь на сайте New Chic? По длине стопы, то есть на каждую модель я смотрю свою длину стопы и выбираю уже по длине стопы, и мне, вот, ну на мой взгляд, мне подходит идеально. Вот, так что и вам советую. То есть на разные модели может быть разная размерная сетка, то есть ориентируйтесь, еще раз повторюсь, по длине стопы. Но вот эта вот обувь вообще очень классная для занятий спортом, и ножка не потеет, и носочек можно сюда такой коротенький одеть, и просто для прогулок вообще супер. Вот эти вот я тоже как бы для спорта заказывала, но в итоге я не гуляю с девчулями, а сейчас буду вот эти вот для спорта использовать. Так, и теперь вот эти вот шлепки. Тоже мне очень нравятся. Смотрите, как они прикольно смотрятся. Мне прям вот идеально по размеру. Они легкие, вообще невесомые, не чувствуются. И вот этот горошек, он же сделан из ткани. И поэтому... вот Леофанушка идет. Еще один мой хвостатик. Да? Вот такой вот он у нас уже. Видите, какой? Уже осмелый. Тут вот подружка его. Вот, в общем, тапочки вот эти вот очень классные. Не знаю, мне тоже нравится. Я буду с огромным удовольствием сейчас ходить дома. И носочек можно сюда одеть. Ко всему подходят. В общем, прикольные тапочки. Вот, размер в размер, очень удобные. Но на широкую ногу, наверное, нет. Вот, более такую на узкую, наверное, ногу больше подходят они. Вот, но прикольные тоже. Тоже комфортные, удобные. Ничего не натирает, ничего нигде. Вот они ходят вдвоем. Два бандита у нас в доме. Так что вот такой вот у меня получился заказ. Еще раз повторюсь, что все ссылки я вам оставила внизу в инфобоксе. Джусенька моя мне помогает. Вот. И промокод со скидкой на товары, которые не находятся в категории распродажи, тоже оставлю вам внизу в инфобоксе. Обязательно переходите, смотрите. Ну, а я на сегодня буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Всех люблю, целую и до новых встреч!